все стороны, не успевая, тихо на улице. Куда побежит в итоге, непонятно. Тот, в общем, что-то шел в одну другую сторону. Потом замер, причем мне казалось, смотрел даже не на меня. Я на краю леса. Ну как леса? Горелых палочек. Он как кинется, короче, в сторону убежал. С другой стороны другой идет. Далеко тут. Ну, тоже, в общем, себе на уме. То в одну сторону бежит, то в другую, то что-то занюхается, как собака. Кого ищет, непонятно. Камера у меня что-то удалять сама начинает потом. Не успел камеру включить. Тут он, в общем, один козел побежал. А его гоняет вот этот. Не успеваю за ними, они быстро бегают. В общем, делят территорию. Их так-то вроде три орала. О, все бегом только носятся. Побежал другого искать. Не успел, в общем, заснять. Увидали меня далеко. О, рожки маленькие. Такие нам не интересны. Тоже, в общем, далеко уже меня увидел или услышал. Ветер оттуда дует мне навстречу. Может, просто голова в мою сторону была повернута. Два брата козлика, наверное. И там козочка еще слева ходит. Бегут они все от меня, как сумасшедшие. Вообще не получается подойти никак. В общем, третий козел к ним идет. Сейчас, наверное, будут гонять друг друга. А может, не будут.
уже прижал тоже. Я тебя чувствую. Разбегутся, похоже. Козлы, в общем, разбежались. Сейчас шо вот такой вот старый рог нашел. Уже весь он. Уже весь сопрел даже вот при пожаре. Сгорел. Ну так такой ничто. Массивный, тяжелый. Довольно-таки красивенький бы был. И этот где-нибудь тут бросим. В общем, возможно, даже, короче, нет, другой рог. Думал, парный мог оказаться. Тоже уже старехонький. Чуть поменьше, а то еще здоровее. Так, этот куда-нибудь мы пока уберем. Хоть это тут все растрескалось. Вдруг найдем применение. Вот так вот. Пришел на солонец, в общем, фотоловушку забрать. Она у меня тут уже 2 недели стояла. Особо тут зверье не ходит. Сейчас поглядел, лосиха вроде приходила. И козел все ходит. Сейчас пока сидел под деревом возле, вроде как рог. Ага, точно рог. Он тоже причем такой солью весь уже разъеденный. Видимо, давненько сброшенный. А может и был раньше здесь, просто кабан выкопал. Вот так вот тут. Заберу фотоловушку домой, наверное. Или на водопой увезу ее. Или андатор пока поснимаем на озере. Посмотрим. Вот так вот. Козочка меня увидела. Где-то вроде с этого угла ходил еще рогатый. Показалось, прям здоровый козел. Рога не видел из-за кустов. Но размер был здоровый. Ветер теперь боковой от меня дует. В обратную сторону мне идти. Может, на поле уже вышел. Поглядим. Снова козлы, похоже, гоняют. Не успеваю за ними. Вон он, второй. Это в другую сторону пошел. Вроде коза.